Learn and play. ألعب وأتعلم. هيا بنا. Давайте, кто помнит о пророке Мусе что-нибудь? Что его мать отправила его в корзинке, чтобы его не убил царь плохой. А еще она случайно кинула его в печь, но Аллах его защитил. Да, еще кто ж знает? А как этого царя звали плохого? Я не помню. Но я помню, Фараон, дальше. Я помню, что еще к ним пришел Иблис и сказал, давайте поставим идола и им поклоняться. Это про историю интересная, конечно, надо посмотреть. Была такая история, нет? Что еще про Мусу знает кто? Его нашла жена фараона. Правильно, как ее звали? Как звали жену? Асия, дальше. А еще, когда она его нашла, она болела, и когда взяла его в руки, она сразу выздоровела. Да, это тоже, кстати, интересная история, надо уточнить. Вот да, она была мусульманкой, она была женой фараона, а фараон был плохой. Да, она захотела его оставить и говорила, не убивай его. Правильно, и Муса рос в доме фараона. Потом что он решил? Потом он решил со своим народом куда спастись от этого фараона. И когда они хотели уйти, там была река. Не река, а что было? Раздвинулось. Что раздвинулось? Это не река была. Первое, попросил Муса сдвинуть ее. Но это не река была, а что это было? Море. И она разошлась. И что? Все на море утонули.